Всем привет! Привет! Не ожидали нас сегодня увидеть, а вот мы появились немножко раньше. У нас просто так получилось, что за последние пару дней мы что-то отсняли очень-очень много. И решили просто с вами поделиться еще одним роликом. Он такой, наверное, больше даже для себя что-то снимали. Вдруг вы хотите просто посмотреть на коровок, как они гуляют. Поэтому... решили выложить еще дополнительный ролик на этой неделе. Вас решили доконать нашими видео. Да, нашими коровами. Вот. Ну, все равно, я думаю, многим нравится смотреть на коровок. А мы, в первую очередь, как и говорили, снимаем для себя, поэтому снимаем любимых коров. Что нам еще снимать? Да, для себя. Так что приятного просмотра. Просто не могла не заснять. Посмотрите, рассвет, какая красота. Камера, кстати, не передает всю яркость света. Вживую выглядит просто шикарно. Так, мы сегодня решили чуть-чуть поизгаляться. Мы делаем домашнюю колбасу. У нас есть насадка на мясорубку. Купили вот эту кишку для домашней колбаски. Ну, даже больше это, наверное, купаты получится, потому что мы взяли за основу фарш, а не рубленное мясо. То есть там все специи, чесночок, в общем, все как надо. Вот, и сейчас вот такие вот колбаски клевые накрутим. Запекем их в духовке. Ну, то, что останется в морозилку, да, Сереж, в морозилку кинем, потом можно будет доставать и также все. Ну, хоть зажаривать, хоть в духовке запекать, там что угодно. Вот такая прикольная штука. Мы как-то делали ветчину из курицы, тоже вкусно, ну, рубленое мясо куриное. Вот, а именно на мясорубке, вот этой, с этой насадкой, как типа для колбасы, ни разу еще не делали. Вот это первый раз. Прикольно получается вообще. Мы купаты очень любим, мне кажется, это должно быть безумно вкусно. Вот, а потом можно будет как-нибудь действительно рубленное мясо, да, ну, как колбасу сделать. Так, первая коралька готова. Вот она такая прикольная. Ага, вообще, мне так нравится, да? А следующую партию мы решили сделать вот такими, как, ну, купаты. Кусочками, в общем, поделить на... Ой, смотри, сейчас порвется. Вот такая вот штука. Прикольная получилась. Ну... реально, ну, по-настоящему получается купаты. А что это? Купаты. Вот, вот эту мы цельную, которую сегодня приготовим, попробуем в духовке. А это уже все в заморозку пойдет, в морозилку. Что ты тут делаешь? Меня прячешься? Сережа пока там с машиной ковыряется. Пойду девчонок выпущу погулять, что ли. Выходим, выходим, не стесняемся. Сережа пришел помочь. Выпустил всех. Сейчас вишня начнет плясать сначала. Да, да, да. Ты как это самое, еще не нагулялась в детстве, да? Не наиграла. Шила, шила в одном месте. Да. Хорошо, тепло сегодня. Да, пусть, сейчас солнышко, снова только тут. Пусть гуляют. Ну, как-то чуть-чуть пасмурно, да. Надо быстренько до УАЗик доделать сейчас. А, ну давайте, за курями рваните еще. Курица. Курица по улице пробежала. Ну, Герда, ну красота. Герда вообще красотка. Да, Гердочка. Да ты моя красотка, давай сюда. Давай, ну-ка. Выше сарая могешь?
Будешь царапать. На крышу запрыгнешь. Она начнет всех гонять. Вишня. А ты тут что делаешь? Плюха! Это не стол. Чешется в герб. Смотри, они просто сейчас чесаться начнут, чтобы забор не уронили. Там стол будет у нас. Не уронят. Ну, они сейчас немножко это... Погуляют, побесятся, успокоятся. Я потом похожу, почешу их. Здесь все равно удобнее чесать, вычесывать, чем в сарае. У вишни самые худые ноги задние. Вообще. Вася, беги. Васька. Вася, беги. Первый раз, когда выпускали, что-то бегали, дрались, подались. А сейчас все уже. Так, чуть-чуть только. Вишня, да все уже поняли, что к тебе нельзя подходить. Ты здесь главная. Можешь не доказывать свой авторитет. Да, Гердочка? Плюшка, за ухом чешется. Давай почешу, моя хорошая. За ухом тебя почешу, почешу. Вот здесь вот шея чешется. Наши плюшки. Сейчас я вынесу чесалочку. Почешу тебя со всех сторон. Сюда. А? Кто приперся? Кто приперся, вишенка моя? Ходить.
тебе. Иди вон со своими играйся. Я тебе тут не это. Игрулька. Шею ей чеши. Посмотрите-ка. Это не нравится, то не нравится. А хохоляшки кто чесать будет? Вон вся извозюкалась. Давай, давай, сломай нам забор. Фу. Почесала немножко. Девчонок, они еще больше расчесались все. Всем надо срочно чесаться. Да? Кого еще не чесала? Злату не чесала. Грязная. Ё-моё, ты где-то кухайдокалась. Сейчас я тебя почищу. Так и быть. Что, Гердочка, почешемся? Ты же тоже любишь чесаться. Сейчас и тебя почешем, всех почешем. Я из всех еще пока вишню чуть-чуть побаиваюсь. Ну, я, конечно, сейчас как бы стояла и чесала ее, все нормально у нас. Но она, как авторитет в стаде, пытается иногда еще и с тобой отношения выяснить. Да, с ней надо быть очень осторожным. Да, вишня? Ты у нас борзая? Вот, видишь, какие резкие движения. Может и долбануть. А с остальными нормально у нас все. Даже с Гердой. Мы вообще удивлены. Мы думали, когда привезли же, что с ней больше всех проблем будет. Нет. Вообще. Прекрасная коровка. Ну, пока. Пока не отелилась, прекрасная. Да. А эти вообще... Ой, они тебя как залижут до смерти. Встанешь между ними. Все, фиг уйдешь. Каждый к себе тащит, да? Да, милочка. Каждый к себе тащит. Каждого почеши. Вот, оближут всего. Весь мокрый. Да, Златка? Злата у нас тоже любит облизываться. Вишня опять там порядки наводит. Что ты до них докопалась? Все нормально стоят. Тебе больше всех надо кого-нибудь обязательно пнуть. Что ты заглядываешь там в окна? Там нет никого? Все, нагулялась? Домой хочешь? Да, Гердочка, ты красотка у нас. Ты красотка. Ой-ой, как шею, как вытянет, почеши. Вчера шарф у меня чуть не съела. Да, так тянула к себе, чтобы я ее почесала. А, Герда. Ой, ветер раздулся опять, ветерок. Да, Гердочка, красавица. Что, чесать? Еще чесать? Еще чеши, скажи, куда пошла? Я же вон как шею вытянула, что ты мне чесала. Где мой скребочек куда-то положила? Вот, со скребочком-то лучше скажи, да, от кого это, с руками. Давай, давай, вытягивай шею, как ты любишь, вот, вот так вот. Сейчас почешем шейку тебе, всю тебя почешем, нашу Герду, красотку нашу. Ой, хорёшек, ё-моё. Чистить вас и чистить, девки, да, лето. Плюшка куда пошла? Он прям стоит, она всегда так стоит, замерла шея вниз. Вытянет. Ох ты. Чё, чешется там? Где почесать? Тут чешется. Давай почешу. Так, пойдет? Пойдет? Ну все, хорошо. Можете гулять дальше. Нет. Шея будет трясти, чтобы ее еще чесали. Что-то меня не до конца вычислило. Вон у нее где чешется. Давай, 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 давай. Давай здесь. Вот тут, да, чешется. Хорошо. Давай здесь почешем тебе. Как. Хорошо? Все? Так пойдет? Нет, еще. Тебе еще? Давай с другой стороны шею почешем. Почешем с другой стороны шею? Давай, 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 давай. С другой стороны. Мне нравится.
Все? Хватит? Пойдет? Нет? Еще? А, там теперь? Теперь с этой стороны. Да, да, конечно, конечно. Сейчас, сейчас, давай. Что ты врешь? Это ты мне тут, чтоб я не уходила. Впендриваешься, сразу показывает. Вот тут у меня чешется, мне вот тут чешется. Куда пошла? Да? Все? Теперь? Иди гуляй. Иди гуляй. Гуляй, иди. Все. Все. Всех почесала вроде бы. Устала. Уже. Давай. Ломай сарай. Зачем он нужен? Все, я пойду. Вы гуляйте. Мне некогда тут с вами пока возиться. Чтоб никуда не убежали. На улицу не выходите. Забор не ломайте. В деревню не убегайте. Поняли? У коров свои игры. У кошек свои тут игрища. Васька, у тебя детство, что ли, заиграло, а? Все, все не извозюкалось. У нас что-то все подключали. И свет, и воду. Воду еще с утра отключили. Ну, мы девчонок успели напоить. Вот сейчас свет выключили. Ну, мы думаем, что, скорее всего, это связано с работами по школе. Что там ремонт. Может быть, что-то там подключают, подсоединяют. Не знаю. Ну, или так какие-то работы ведутся. Вот, в общем, без света, без воды. Сережа генератор завел. Но вода, все равно ее к вечеру дадут. Всех напоим, все, что нужно, сделаем. Все будет нормально. Да, Вишня? Так смешно жуешь ты. Ты прям как главарь настоящий. Особенно, когда жуешь. Прям вот доцент какой-то. Все, пошла Герду пинать. Увидела, что та ест. А ее там нет. Как так? Все мое, никому ничего не дам. Я тоже буду есть. Короче, собака на сене ни себе, ни людям. Да, Вишня? Вот такая вот иерархия. Куда деваться? Васька куда-то полезла. Куда полезла? По заборам шастать. Злата за ней наблюдает. Интересно, да? Милка меня сейчас замучила. Мила, ты же у меня не одна чесаться. Ходит и ходит за мной по пятам. То ноги мне сапоги облизывает, то боднет меня слегка сзади. Типа, ты че, давай чесаться. И стоит, ждет, пока я начну ее чесать. Я ее почешу, чуть-чуть отхожу, она снова за мной. Опять сзади. То оближет, то боднет. Да? Что? Прям за мной ходит и все. Что? Что ты мне морды свои подставляешь? Ты у меня не одна, мне надо всех вычесывать. Я сегодня одна, вон, Сережа машиной занимается. Я не могу успевать за вами, за всеми. Я могу вас одновременно всех чесать. Все. Опять за мной идет. Вот Милка, когда хочет чесаться, она нежно сзади подходит, так то полижет, то боднет, так совсем по чуть-чуть. Но Вишня, если хочет чесаться, она как подойдет сзади, как боднет, боднет рогами. Ты, засранка, больно же, ё-моё. Боднет и шею подставляет, типа, чеши меня. Сейчас почешу тебе, дам тебе по шее. Нельзя так сильно бодаться. Ну как, не то, что прям сильно, ну у нее просто резкие такие движения, конечно, в отличие от Милки. Вот. Немножко ударяет рогами. Все равно они у нас все классные. Вот. Мы их всех любим. Пока они не отелились. Вот. Я шучу, конечно. У каждого свой характер. Интересно это очень. Да, с каждым, каждой нужно подход свой найти, с каждой договориться. Вот, кто-то ласку понимает, кто-то силу понимает. Ну, не в смысле физическую, а в смысле авторитета, там, не знаю, командный голос, все, значит, нужно слушаться.
Вот. Кого-то просто погладишь там, посюсюкаешься, все, сразу делает, что надо. Вот у каждого свой характер. Кому-то любовь нужна, кому-то авторитет нужен, чтобы подчиняться. В общем, все как у людей. Да? Вишня. Лапочка. Загоняем девчонок по одной. Одну загоняем, закрываем дверь. Вот. Но они путаются в стойлах пока еще. Приходится вот. Встают в чужие стойла. Приходится их перегонять. Ну, привязываются нормально. Вот. Просто что из другого стойла. Стой, стой. Ну, что ты ломанулась? Куда? Все. Молодец. Так. Молодец, моя хорошая. Следующий. Так, трое. Ну, вишня тоже сначала налево пошла. Ну, Сережа быстро завернула, она сразу встала. Стоила. Полтонны счастья. Расплющу тебя сейчас. Все? Все, двое остались. Ой, Злата стала сразу на свое место. Молодец. Все, начинают привыкать помаленьку. Первый раз вообще они все позаблудились, когда назад зашли. Вот, мы их долго расставляли. Сейчас уже ничего, привыкают. Душка просто проголодалась, она в первое стойло и пошла хавать. Она сразу в первое стойло забежала и давай есть. Не скорее на место, не туда. Не туда. Не туда встала. Там же пусто. Кормушки. Иди на свое место, там еда. Мила. Она сейчас соль нашла. Выгоняй ее оттуда. Вязать надо. Мила, сюда иди. Давай, давай. Выходи. Выходи. Давай на место. Иди на место. Иди на место. Давай, давай, давай. Давай, выходи. К себе иди, к себе. Нет, выходи. Выходи. А то здесь это, прибит господи. Выходи давай. Угу. Вот сюда. Все. Вот, сюда. Вот, вот молодец. Иди сюда, молодец. Иди ко мне скорее. В прошлый раз она прям это, ну, назад рванула. Да, нет, они все привыкнут. Привыкнут. Кого вот это всего? Вторая. Все без крика, без, да, это, без вью. Вторая прогулка всего подряд. Ну, спокойненько встали. Да, да, красотки. С пятого раза будут залетать свои стойла. Конечно. Все, загнали всех девчонок, всех привязали, все довольны, нагулялись, теперь все кушают. Вот, у нас все хорошо, несмотря на то, что у нас нет ни света, ни воды сейчас, когда дадут, не знаю. Сейчас генератор заведем. Да, генератор заведем, пойдем своими делами, доме заниматься. Что-то машину починил, да, все? Да, все готово, все, можно идти маленько позавтракать, пообедать. Позавтракать. Мы сегодня даже не завтракали, я не знаю, сколько время уже. Часа 3-4. А что-то даже не хочется. Неохота. Да нет, как-то весь в делах, что-то даже прям вообще забыл про то, что... Что есть нужно. Но... Да, с утра как встали, так и все. Я тоже только проснулась, сразу пошла в доме убираться, и что-то одно за другое понеслось. Пошли потом коров выгуливать, и все, и забыли поесть. Да как-то оно, действительно, не знаю, и есть неохота, и встал с утра, как-то оно пошло, пошло, пошли дела, и как-то и вроде все так замечательно получается, и прерывать это неохота. Да, да. Потому что маленько расслабишься, опять начнется не то, что-то вот... Бывают такие дни, когда все складывается, и, ну, потом поешь, ничего страшного. Да. Да. Как-то... Не хочется останавливать работу. На старых жирах. Да, продержались. На запасах. Вот. Ну, в общем, все. Вот такие дела у нас. Все хорошо. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Пока.